Казанском федеральном университете обучается большое количество граждан Китайской Народной Республики. Многие из них на зимние каникулы уехали на родину в Китай, где разгорелся опасный вирус, именуемый коронавирусом. В Казанском университете обучается более 1200 граждан Китайской Народной Республики, точнее даже 1233 по состоянию на сегодняшнее утро. Это студенты 800 с лишним человек, почти 300 слушателей подфака, 90 стажеров и 30 примерно аспирантов. На родину уехали на каникулы, на новогодние праздники 269 человек. Основной поток обучающихся ожидается с 1 по 10 февраля. Однако их возвращение будет зависеть от тех карантинных мер, которые будут предприняты в Китае. Приказ министерства вышел, которым вузам рекомендовано продлить каникулы для граждан Китая, выехавших на родину на каникулы. Собственно говоря, мы сейчас готовимся к работе в рамках этого приказа, подготовили информацию для ребят, прорабатываем технологии отправки этой информации, где мы будем, наверное, рекомендовать все-таки не возвращаться в Российскую Федерацию до 2 марта. Также Министерство науки и высшего образования России запустило горячую линию для российских студентов, которые сейчас находятся в Китае. В случае необходимости они могут обратиться по телефону или адресу электронной почты, указанной на сайте министерства. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.